русской поэзии, которые абсолютно точно объединяют людей. Сергей Есенин — одно из этих имен. Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пущ след широких колес на лугу, треплет вечер под облачной кущей золотую его дугу. На свете он завтра мчится, шапку месяц пригнул под кустом, и гриво взмахнет кобылица на равнину красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, я скоро стану знаменит русский поэт. Воспою и тебя, и гостя нашу речь, и духа, и кровь, и на песни мои прольется молоко твоих рожих коров. Очень искренне люблю читать то, что я люблю читать. И когда меня спрашивают, вот, на 47-м году работы в музее, мол, а вот как бы, а кто-нибудь у вас есть еще, кроме Есенина, любимый поэт? Я говорю, конечно, конечно, их много, как здесь уже говорили, но Есенин родной. Разница есть, любимый и родной есть. И поэтому вот у меня как-то сложился само собой собачий цикл. Понимаете, от которого Алексей Максимович Горький в Берлине на квартире у Толстого Алексея плакал горючими слезами. И вообще Сукин сын жил. Как-то они сформировались. Если вы не возражаете, я попробую их прочитать. Утром в ржаном закуте, где злодятся рогожий ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать, и так долго, долго дрожала воды незамерзшей гладь. А когда чуть плелась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой одним из ее щенков, и в синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, когда бросят ей камень смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. Последнее стихотворение, которое у меня в памяти с большой такой ярчайшей историей. Сельчайшей истории – это песня, то есть стихотворение «Джи». Вот. А почему? Вот так получилось, что я с молодежью Большого театра оказался на бане. 78-й год, декабрь месяц,
когда мы приехали первыми пассажирами из Тындер-Эркадид, который нас встретил температурой минус 56. Но нас ждали. И вот на обратном пути, так как все клубы были разморожены, балет ниже 14 градусов не мог танцевать. Вот. Мы пускали есенинскую программу. И вот на одной из этих программ, а в принципе структурно примерно вот так, но там было около 2500 человек, огромный-огромный алюминиевый такой ангар, который утеплили каким-то образом, вот, и сделали вот клуб. Вот. А поселок назывался очень таким красивым словом «Золотинка». Там не только Бергадинский уголь, но и что-то еще. Так вот, мы, то есть пришли все жители Золотинки, все труженики, матери молодые с грудничками. И можете себе представить, выдержали. И когда уже заканчивалось первое отделение, я даже не помню, что я читал тогда, но вдруг по центральному проходу, по деревянному настилу шло нечто, это помесь медведя с волкодавом, огромный-огромный пес, который, не обращая ни на кого внимания, то налево, то направо, как полновластный такой хозяин, подошел, правда, авансцена была там пониже, и глядит, я что-то говорю, вот я остановился, против меня сел и смотрит, очень реагирует своими ушами. И вот, ну, стихотворение-то, оно не вечное, оно закончилось, вот. Что делать дальше, я не знаю. Вот. И вот в этой ситуации, приходит иногда в экстремальных ситуациях, приходит правильная, единственная верная мысль. Я встаю перед этим псом на колено и говорю, только ему говорю, дай жим на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроку. Вы представляете, с какой искренностью, потому что мурашки шли. Давай с тобой полаем при луне под тихую, бесшумную погоду. Дай жим на счастье лапу мне. А он ушами ходит внимательно, смотрит очень. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Ты по-собачьи дьявольски красив, с такой милой, доверчивой пьяцей, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый жив, среди твоих гостей так много всяких, и не всяких было, но так, что всех безмолвней и грустней сюда случайно вдруг не заходила, она придет. Даю тебе руку, и без меня в ее уставясь взгляд, ты за меня лизни нежно руку за все, в чем был и не был виноват. Так вот, пес, я закончил, так, встал с колена, ну, как бы, так, оправляюсь,
Но пес посмотрел, мол, делать здесь больше нечего, приподнял свой зад, развернулся нехотя и таким же образом вышел в ту зону, из которой его быстро шуганули. Электризация зала была потрясающей. Не в том и не потому, что я там как-то прочитал, а просто такая ситуация. Они сами были участниками этого. И вот как только этого пса выгнали, ну, проводили, вот, раздались такие аплодисменты, которых я не слышал, поздравляя комсомол Большого театра 60-летием со сцены Большого театра. Вы не представляете, это на всю жизнь. Спасибо.